Привет, ребята! Привет, друзья! У меня накопилось столько вопросов к моей подруге Алисе, которая уехала жить в Англию с родителями. Давайте скорее ей позвоним. Алло. Привет, Алиса. Hi, Царевна. How are you? Опять ты на своем английском говоришь. Привет. How are you? По-английски, как у тебя дела? Дела у нас с Бонной просто отлично. Мы с мамой скоро будем готовиться к Новому году и уже придумали новогоднее меню. И что же вы будете есть на праздник? Традиционно у нас всегда на столе оливье, холодец, селедка под шубой, а на горячее мама всегда готовит мясо по-французски. Эх, как же я соскучилась по Новому году в России. А у нас на Рождество всегда готовят огромную индейку. Кстати, индейка по-английски будет turkey. Раф-раф. Ммм, как вкусно. Чуркей. Раф, царевна. Молодец. Вот ты и выучила еще одно слово. Еще мы с мамой печем рождественское печенье и настоящий английский пудинг. Это очень-очень вкусно. А у вас есть какие-нибудь особенные сладости? Да, называется он Candy Cane. Это карамель в виде трости. Настоящий символ Рождества в Англии. Раф-раф. Такую конфету я бы попробовала. Candy – это конфета, а Cane – это трость. А я сразу запомнила Candy Cane. Царевна, меня уже мама зовет. Давай созвонимся позже. А, хорошо, Алиса. Пока-пока! Пока-пока! Ребята, а нам с вами пора прощаться. Пока-пока! Увидимся! Всем пока!